Что мы сделали, Кирилл и Мефодий? Почему мы не перестаем говорить о подвиге их жизни, о значении их дела для последующих поколений? Они бросили семена. Они посеяли семена. А что такое семя? А семя — это некий геном. Это некая программа развития. Из семени вырастает дерево. Это дерево может быть гигантским, огромным. Но оно развилось в соответствии с той программой, которая заложена в семени. Какое же семя бросили Кирилл и Мефодий на почву древнеславянскую? Они перевели с греческого языка на русский Слово Божие, богослужебные тексты. Это были первые рукописные свидетельства о нравственных и духовных истинах огромного значения. И народ наш первое, что впитал на уровне интеллекта и сердца, так это те самые истины, которые были открыты им через величайшее культурное и духовное деяние Кирилла и Мефодия. А что же это за истины? А это те истины, которые помогают человеку оставаться человеком. Вопреки логике и жестокости реального жизненного процесса. Ведь именно там содержатся величайшие прозрения Духа, которые только и могут определить возвышенное состояние человека. Любовь, милосердие, жертвенность, самоотдача.